Всем большой привет! И в этом видео я просто всем большой привет! И в сегодняшнем видео я хотела с вами поболтать. Я пересматривала вчера свои старые видео и поняла, какой я была счастливый человек. Я действительно кайфовала от того, что делаю, мне не надо было себя заставлять и так далее. И когда мне подписчики писали комментарии, что вот начал, не могу закончить, нет сил, не знаю там, в общем, с чего начать или чем закончить, я действительно искренне не удивлялась, но писала, что там, в общем, найдите где-то силы, да, в общем, соберитесь и так далее. То есть я действительно ориентировалась на свое внутреннее ощущение, что вот, ну мне же как бы хорошо, другим тоже должно быть хорошо. Абсурд, но это действительно было как-то примерно так. Сейчас, когда мне плохо, я понимаю всех тех людей, которые мне писали, знаете, там, в страданиях и в прокрастинации. Ну, в общем, да, до меня это дело дошло. Но сейчас я думаю, что все равно надо не останавливаться и двигаться дальше. То есть даже если нету сил, даже если все очень депрессивно, я считаю, ну как бы я как бы надеюсь, да, что все-таки надо двигаться дальше, так лучше, чтобы был какой-то, знаете, прогресс, все-таки, чтобы не было совсем такой стагнации. Конечно, надо через «не хочу» двигаться дальше, это приведет к какому-то результату. Даже если очень-очень-очень тяжело. Кошки тут везде лазят. Вот, короче, я решилась. Это большой шаг для меня, и я надеюсь, для зрителей. Кому-то это будет интересно. В общем, рассказываю, для кому это будет интересно. Кто хочет вместе со мной рисовать, да, просто вместе. Кому, не знаю, скучно одному, или кто хочет опыт мой перенять. То есть я все-таки решила начать третью часть. Внизу под видео будет ссылка, да, это 100 класс, третья часть. Ознакомьтесь там с первой, второй по шестую. То есть, возможно, вам и не надо, да, то есть новое что-то, возможно, вам понравится что-то старое. Ну вот онлайн сейчас будет третья часть, то есть как это будет выглядеть, это будет выпускаться видео раз в неделю, то есть не видео, а урок. То есть он может быть состоять из трех уроков. Комментарии, то есть мои, да, то есть как я это рисовала, от вас будет требоваться либо повторение, либо в таких же техниках использования, возможно, другая тема или эта же тема, но вот какими-то вариациями, вот, и в принципе мы все это будем грузить на сток, то есть если вы не будете срисовывать у меня один в один, а будете добавлять импровизацию, об этом я очень много говорила, да, то можно будет все это грузить на стоки, и так будем потихонечку двигаться. Вот, это надо мне, это надо, если вам это тоже, в общем, надо, интересно, то вот присоединяйтесь. Будем работать, будем не стоять на месте, будем развиваться, несмотря на то, ну вот как вот с ней разговаривать, а? Ну как, вот как с тобой разговаривать? М? Иди. В общем, я сказала то, что, наверное, должна была сказать. Несмотря на эмоциональное состояние, будем не стоять на месте, а двигаться. Вот. Тем более, возможно, эмоциональное состояние затянется, знаете, на годы, а жизнь идет вперед, и надо как-то двигаться. Да, безусловно, надо как-то двигаться. И так как я сейчас изучаю, ну, религию, да, то есть какую-то духовную практику, там тоже очень так распространена вот эта концепция, что даже если тебе плохо, даже если у тебя сложно, даже если у тебя вообще там, да, все рухнуло, вот все в один момент упало, один шаг в день как бы в наших силах сделать. Вот. Поэтому в наших силах строить нашу жизнь, строить наше будущее, строить наше светлое будущее, как, по крайней мере, делать попытки, да, то есть, как говорят, человек предполагает, Бог располагает, то есть даже если вы верующий человек, точнее, особенно, да, если вы верующий человек, то мы как бы обязаны действовать, а уже результат, да, вот он будет, какой Богу угодно, такой он и будет, вот, главное действовать.
она и действовать, что-то делать, и все будет окей. Не знаю, есть ли смысл рассказывать, из чего состоит, в общем, третья часть. Это состоит из трех блоков. Вести я буду его год. То есть на один блок уходит 3 месяца. Это такой онлайн-дневник, что ли, мой. Чем это хорошо, что на протяжении длительного времени мы будем вместе и будем регулярно пополнять портфолио. То есть в этом как бы путь к успеху, ключ к успеху, что чем регулярнее это делать, тем будет регулярнее расти доход, будет регулярнее расти продажи. Это как бы здорово, и навыки будут расти. Каждый блок посвящен разным стилям, то есть первый блок это у меня эффекты, второй блок у меня плоский стиль, но я хочу как бы, не знаю, в общем будет плоский стиль. И третий блок я решила сделать изометрию. Мне нравится изометрия, раньше у меня там были реалистичные объекты, но как бы изометрия, я думаю, она тоже, в общем, там как бы подходит туда. На экране вы сейчас видите приблизительные картинки, которые мы будем делать. Это не мои картинки, это просто вдохновляшка из интернета. Но мы будем рисовать что-то подобное. Все. Время вышло. Я пойду пить чай. Как-то, я не знаю, вдохновляться, развлекаться. Вот и все, о чем я хотела с вами поделиться. Очень надеюсь, что у вас все хорошо, несмотря на какую-то, не знаю, может быть, холодную погоду, зимнюю депрессию и так далее. А, кстати, да, ну, так как у нас осталась неделя до Нового года, переходите сейчас по ссылке, будет скидка. Ну, это как бы традиция такая, не знаю, я так делала свой первый раз, и это было здорово, и это было классно. То есть первым, да, кто подпишется, то есть это будет до 1 января будет действовать скидка, то есть, ну, неделя, да, ну, не знаю, там, до 10 января, может, я продлю, если это будет актуально. Вот, это, конечно же, такой маркетинговый ход, чтобы соблазнить вас, да, чтобы, ну, в любом случае, даже если у нас будет 3 человека, я думаю, будет неплохо, и мы хорошо проведем время. Главное, чтобы это было продуктивно, вот. В конце концов, одному человеку я помогу точно, это я сама, вот, потому что, как бы, это все направлено на достижение результата, да, конкретный результат — это наши навыки в рисовании, ну, и, как бы, аналитика, да, загрузка и так далее, то есть это все... плюс, это все нам абсолютно в плюс. Все, надеюсь, видео было полезным и интересным. Пишите в комментариях, что вы обо всем этом думаете. На какие темы бы вы хотели новые видео? Потому что тем у меня много, но мне кажется, ни одна из них не будет интересна на этом канале. Вот, мне будет очень интересно послушать, что интересно вам, и обязательно выберу и сниму на эту тему видос. Все, спасибо за внимание, всем пока. Я надеюсь, получилось полезно и интересно. Пишите в комментариях, если что-то вам было непонятно или у вас есть какие-то дополнения. Также я хочу поделиться с вами проектом «Чистый город». Для меня это возможность сделать хоть и маленький, но все-таки вклад в сохранение нашей природы. Если вам интересен этот проект, то внизу по ссылке вы можете ознакомиться с подробной информацией.